Привет. Почти ничего не рассказывал на своем канале про квадрокоптер Гепарси Марк 4, который я собрал уже больше года назад. Потому что, ну, после самолета он скучный. Он летает прекрасно на стоковых видах, на прошивке Betafly. Собирается, ну, уже, в принципе, элементарно, из готовых комплектующих, готовая рама. Но аппарат хороший, мне он понравился. На нем летаю периодически. Учусь летать в акрорежиме, всякие финты крутить. Ну, конечно, пилот из меня на квадрокоптере такой себе, поэтому я даже сильно видео эти не выкладываю. Долго мне не нравилось. Вот провода всякие разные висят, коннекторы болтаются, и я напечатал всякие разные штучки, держатели. Результат этой работы мне понравился, поэтому я решил записать это видео, показать вам, как это все выглядит. И все эти модельки я залью на сайт Thingiverse. Оттуда можете скачать, распечатать и пользоваться. Полетный контроллер используется Omnibus F4 V3 без датчика тока. И регулятор 4 в 1, Racer Start 20-амперный. Поскольку датчика тока нету ни в регуляторе, ни в полетном контроллере, я использую такой вот внешний датчик тока, совмещенный с разъемом XT60. Он раньше у меня болтался где-то на проводе, вот здесь торчал, мешал батку подключать. В итоге я спроектировал и распечатал вот такой вот кронштейн-держатель, который крепится. То есть я заменил коротенькие вот эти вот винтики на более длинные. И на него закрепил как раз вот этот боковой держатель. Теперь все хорошо держится. Также тут фиксатор для конденсатора. То есть сейчас и конденсатор зафиксирован, не болтается. Вот, это одна такая 3D-печатная деталь, апгрейд. Также напечатан держатель для курсовой камеры Rankine Hybrid. Не нашел я на сайте Thingiverse какого-либо держателя для гибрида, потому что штатным крепежом нельзя воспользоваться, не помещается камера. Такую штучку спроектировал. И также там внутри держится сама платка рекордера. Но сейчас бы я, наверное, спроектировал так, чтобы она под углом стояла маленько. Нехорошо она стоит перпендикулярно. Ну, пока что так. В любом случае собираюсь переходить на HD, поэтому переделать уже точно не буду. Держатель для модуля GPS. Просто там помещается и все. Модуль BN220. Чуть побольше. До этого был BN180, который я сломал. Сзади имеется крепеж для антенны R9N. И такой кронштейн небольшой для крепления сама разъема под антенну. Все замечательно, удобно этим пользоваться. Конечно, прикраша, возможно, он сломается. Я спроектировал уже вторую версию, маленько, с более усиленную. Но пока нормально, пока ничего не сломал. На этом, пожалуй, из 3D-печатных каких-то дополнений все. Больше ничего тут нету. Да, у меня были мысли спроектировать еще такую сюда, с этой стороны, штучку защитную, чтобы защитить полетный контроллер. Но пока не знаю про целесообразность. Не уверен в целесообразности. Вот такое вышло видео. Если оно было вам интересно, полезно, ставь лайк, подписывайся на канал. Пока-пока.